Борьба с коррупцией должна стать одной из приоритетных задач в работе каждого ведомства. О проблеме взяточничества говорили на заседании межведомственной комиссии. Аким области Ерик Султанов поручил усилить работу в этом направлении. Подробности далее. Реализация программы по противодействию коррупции, разработанная 4 года назад, завершается в 2015-м. Уже готовится новый план по искоренению взяточничества, рассчитанный до 2025 года. Кроме того, несколько месяцев назад было создано новое ведомство. Главное направление его деятельности – сотрудничество с представителями разных сфер и выработка нулевой терпимости у граждан к фактам нарушения антикоррупционного законодательства. Департаментом также проводится разъяснительная работа с государственными служащими и неправительственными организациями. Проводятся встречи с населением, трудовыми коллективами. У нас в департаменте сейчас создана мобильно-пропагандистская группа, которая проводит мероприятия по антикоррупционной пропаганде во всех регионах нашей области. Получается, уже 36 выездов уже нами проведено, охвачены целевые аудитории свыше 5000 человек. О работе по противодействию коррупции в Есильском районе отчитывается его глава в докладе о проведенных встречах, об акциях и кампаниях на тему борьбы со взяточничеством. Однако, несмотря на это, факты коррупции в районе имеются. Содержание выступления Мурата Абишева члены межведомственной комиссии дали неудовлетворительную оценку. В вашем докладе вообще анализа как такового мы не услышали. Кто подвержен, какая работа в этой сфере проводится, какие формы, методы анализа, анкетирования. На самом деле здесь не видно ни противодействия коррупции, ни профилактической работы. По итогам встречи работы по противодействию коррупции во всех районах глава региона Ерик Султанов поручил усилить. Поручаю государственно-правовому отделу с учетом мнений членов комиссии сформулировать конкретные рекомендации. Но самое главное то, что мы сейчас говорим о том, что мы переходим, значит, к формированию новой программы десятилетней. Вот это важный вопрос. Ксения Куценко, Тимур Рахматуллин. Новости МТРК.